Здравствуйте! В эфире программа «Внимание! Конкурс!». Напоминаю, что в мае мы решили провести конкурс в виде выставки народного творчества, которая называется «Сделано в Рассказово». Наши участники, бесспорно, люди одаренные и увлеченные. Благодаря их умению и фантазии на свет появляются красивые и единственные в своем роде вещи. Знакомимся с нашей новой конкурсанткой Натальей Степановной Курочкиной. Первые шаги в вязании и бисероплетении Наталья Степановна начала делать, когда ее дети были маленькие, и их нужно было чем-то занять. Это было их совместное увлечение. Параллельно это было и полезно, так как у детей отрабатывалась тонкая моторика. Детям очень нравилось то, чему обучала их мама. Так постепенно обыденное занятие детей у Натальи Степановны стало перерастать в любимое увлечение. И наша участница начала вязать одежду для своей семьи. Просто трудно купить вещь, которая удовлетворяла, чтобы она была мягкая, теплая. Это шерсть 100%, то есть или акрил, или какая-то вискоза. Хотел что-то натуральное. Ну и красиво, конечно. Сама получалась красивее. Через какое-то время Наталья Степановна поняла, что ее вещам чего-то не хватает, и стала изготавливать под каждое свое произведение бусы, которые оттеняли вещи, либо усиливали цвет. Истинное наслаждение доставляет именно общая композиция. На вопрос, почему именно бусы стали украшать изделия Натальи Степановны, она ответила, что это исконно женское и древнее украшение, которое помогает выделиться, а также является своего рода оберегом. То есть сначала вы смотрите на яркие бусы, что отводит плохой взгляд, а потом уже на хозяйку, которая носит яркие бусы. Также Наталья Степановна плетет из бисера непосредственно сами обереги. Вот это, к примеру, она сделала для своего сына, написав его имя кельтскими рунами. А вот этот древнеславянский мужской оберег был реконструирован Натальей Степановной по найденному археологами браслету в скифском кургане. Изображены на нем солярные символы, или по-другому свастика, что означает пожелание удачи, благоденствия. Представленные нашей программе вещи – это лишь часть тех изделий, которые Наталья Степановна сделала за время своего увлечения. И ответить на вопрос, сколь много произведений было сделано ее руками, она затруднилась. Нам остается узнать, какую же из своих работ Наталья Степановна представит в качестве экспоната на нашу телевизионную выставку. Посмотрим, что же это. Это кофта с бусами под названием «Зеленые розы». И принимаем новый экспонат на нашу телевизионную выставку. Наша выставка набирает обороты. Если у вас есть что показать и рассказать о своем творчестве, звоните 22 542.
Мы обязательно встретимся и расскажем о вас в программе «Внимание! Конкурс». До встречи!